Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. И, короче, предыстория. Мы с мужиками собрались там рейдить одних пацанчиков, там в городе они застроили, короче, замки на двери повешали, шокеры поставили, мы такие думаем, а чё б нам их не зарейдить? Набрали, короче, отверток, там подготовили, взяли МП-5-очки, там, кто вал, кто еще что-то, ну такое, для городской битвы. И тут, блядь, падает аэродроп рядом с нами, блин, по встрече. Мы такие думаем, а давайте мы туда забежим и посмотрим, что же в аэре. И смотрите, что было дальше. О, у нас дроп упал, прям рядом. О. О, кто-нибудь взял отвертки? О. У меня все на мне. О, ну, беги вперед. Ага. Но в любом случае через мост. Дальше. Вон туда вот за поворотом из леска. Че, а че нету этого дымка? Я вообще а не что, событие начнется? С4 у нас. Подожди, а где а начнется? А, вон он, ёп, я не в ту сторону бегу. У нас в С4. А, во, блядь, точно не в ту сторону, ёпта. Ой, бля, я в кусты падаю, нахуй. Ну, у нас же два этих, два города. А, вот он, да, я тоже вижу. Чисто. Я тогда дальше пойду, обойду туда. А куда Тёмыч пропал? Да он отстал да, там. Ты бежишь, вы да? Вы меня бросили. Куда ты там пропал-то? Меня бросили все. Сейчас подожди, надо перекурить это дело. Дроп закрыт. Дроп закрыт. Так, надо быстрее лутать, пока его. Да подожди, не пиши, подожди, дай я отдохну немножко. Я, а кто пойдет-то? Я буду открывать, у меня же отмычки. Но у меня пустой рюкзак, блядь. Вот ты со мной, я открываю, ты забираешь. Давай, все, погнали. Остальные поближе в куст кто-то должен лечь. Да, я в кусту сейчас ляжу. Хорошо, открытое поле будет видно, если кто подъедет или это. А, если кто-то, блядь, хорошо будет. Пошли, Медна, Дим, пошли. Да, это было коряк все-таки брать. Рози, а ты зачем бежишь? Я в куст сяду. Видишь? С этой пуколкой ты это... Я забыл, кого слушать. Не рулевой. Я все. Идешь ты, да? Я готов. Меня просто Виталик постоянно подкалывает. Конечно, я виноват. Ну, давай. Я такой. Я виноват. Давай, Димон, открывай. Я буду с пригорка. Все, погнали. Оп, закроешь его, ладно? Блядь, мне еще не запрыгнуть, ёпты. Да не надо его закрывать. Кто-то уже... Что, на вышку? Первый открыл. Первый слева. Бля, гиди. Не надо, на вышку, беги на нас. Что там? Я вас вижу. С вышки не увидишь ничего. Саня, у тебя есть отпечатки? Чел бежит. У меня нет. Где? Чел да, бежит, чел бежит, сейчас, чел бежит. Подходит. Саня, подходи там. Аккуратно, нет. Со стороны прям вот как смотрит, дверь открывается, вот и будет смотреть на чела этого. Он потихонечку подходит. Не дайте подойти. Лёх. Не дайте его. Блять, пиво ёбаное, нахуй оно не надо, блять. А, блять, надо... Центр открыл. Там второй я чел, два чела. Сань, возле тебя прям челы ходят, видишь? Блять, сколько их там? Два точно. Так же чекают, как и мы. Их трое, трое. Можешь пойти по. О, блядь, три золотых замка, ёпта, нам нельзя потерять. Кого-то убили уже. Че, идем помогать? Их трое. Не, не надо. А, меня просадили. Снайпу, походу, дело. Да, их дохуя. Да. О, один умер или нет, подожди. По мне тоже попал, да, он со снайпы стреляет. Открыл последний слева. Блядь, раз, слева. Два. Блядь. Ну их четыре точно. Вон еще один справа. Ебать, блядь, это Рубин Гуд, ёпта, говно это все, блядь. Я хуею, пацаны. Я не беру. Че, вы сдохли все, что ли? Нет. Правый последний открыл. Последний открыл. Стреляет, меня аккуратно. Видит. Да, тебя видит. Блядь, здесь это, гвозди, ремка на стол, блядь. Не выходим или че мы? Нет, подожди. Пускай они ближе подойдут. Сань, стань левее, чтобы я мог стрелять, если что. Блин, это возможно, ребята с этого.
который на мой. Вора? Ага. Ну они все в кустах прям. А может, а это близко, сталинцы? Надо было мне с Хантера по нему. Может, это сталинцы, как вы думаете, не? Че сталинцы? Блин, он знает. Октябрят эти сталинцы. Они близко к нашему этому? Да, ну такое, да, смотри. Да, ну, да, да. Но я тебе так не скажу. Через два куста, наезд, короче. Короче, в жопу эти валы все. Я буду бегать с РПК. Да, пожалуйста. Нет, меня просадили немножко, но я так... Блядь, еще сайт. Он подкрадывается правее, выше берет. У нас 13 минут. Через тебя, что ли, проходит? Ты за мной прям, да? А я... Сейчас... Сань, ты за мной прям? Не-не-не. Ловите по очереди. Он, ну, они вот ползают в кустах. Его. Не дайте открыть, но... Я вижу его. Тихо. Какие башни. Тихо. Блин, не слышу. Блин, я куда тоже... он делся? А, вон я он лежит. Он лежит в кустах и смотрит в мою сторону. Кто стреляет? Минус. Хорош. Сколько еще их, блядь? Он еще лежит, ну, в кустах. Ну двое точно. Вон, если вон, ты его видишь, стреляй, что ты? А я не могу, он меня чекает. Блядь. Блядь, он меня просадил. Ну, да, да, рядом, да, да, да. Да вот, прямо вот, если вы откроете, так перед вами будет лежать, два тела лежат. Блядь, два, это хуёво. Хотя да, вы так открываете, а, но они смотрят в мою сторону, понятно? Так они у поймут, меня, у меня 2 хп, ребят. 2 хп просто. Ну ты умрёшь. Я ничего... А, всё, он всё, меня убил. Он убил. Да. Тихо. Он с кустов стреляет. Будет открывать, да, всё это, помогайте. Мы будем тоже полить. Саня, главное, надо друг друга не убить. Так, он что-то привстал. Не, лежит дальше. Блинка, бля. Гранат нету, блядь. Так. Это сейчас, сайт сейчас приспичит, ёпта. Ну ты... Это С4, я, да? Я не виноват. С4. Блин, я голый сейчас буду бежать к вам. Конечно. Тихо, тихо, не топ. Ты чё, сайт будешь? Блядь, а чё мне делать? Он меня сейчас может обоссаться, блядь. Это фигня, как надо, пацан? Он меня зарезал. 137, ёпта. Сы, давай. Парни, вы кто-нибудь там еще контролит до сих пор? Я прямо коловаз, вот стою перед вашей будкой. Хорошо. Если у тебя файт начнется вот с ними, то мы откроем, будем помогать. Я, ну, тебя не вижу. Я встаю в кусту, не двигаюсь. Справа, через альт. А они левее, получается, от нас, да? Они вот ты откроешь, если дверь, они прям перед справа тобой будут. Один был перед тобой, другой справа на этом. Вон, один лежит, а второй так около него в куст зашел. Их там двое вот сразу. Саня, ты своего убил или может его подняли? Убил, убил. Хорошо. Вон это. Там еще двое. Они ж тут, они видели, как вы зашли? Нет. Ну а чё они не подбегали, заходят? Я подбегал, они подбегали. У меня 3 золотых замка. Да это не важно. Важнее у меня отвертки, блядь. Да, вам надо двоим как-то убежать. Нет, 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 нет. Если убегать, то налево. Да, убегать, в другую сторону. Мы не убежим, о, понимаете? Побежал, к Тёме один пополз. А, ну, ладно. Подожди, одного походу убили, короче, и он его лутает сейчас. Саня, смотри, ты убил кого, там лутают. Да, получается, в поле чистом. В поле чистом? Значит, я тоже кого-то просадил? Да. Возможно. Ну, смотри, да. Смотри, или, блядь, он его поднимает? Надо бы ебашить его, блядь. Ща. Ну, вы можете выйти, конечно, и, блядь, убить вот этого челика, я хуй пойми. Что делаем, выходим? Ну, такое, вы если сориентируетесь. Нет, сразу. Я, блядь, вы прям выходите, блядь. У вас впереди, слева, где-то в метрах 50. 75 будут чуть-чуть. На левее, S, да. На E, на, блядь, на говори. На не S. Знаешь как? SE. Нет, между SE, между SE, да. Там между кустами. SE у вас кусты, и они вот за кустами. Так, он исчез, подожди, вас, у него маскировка включилась. Блядь, так, 10 минут осталось. Блядь. Я по нему тоже попал с Хантером. Тёмыч, беги сюда и возьми какую-нибудь. Я бегу, блин, только у меня все время респало с правой стороны в углу, а тут, блядь, над нашим домом, блядь, лутануло. Треснуло. Вон они в поле что-то там. Пиздец, как далеко до вас, ребят, сидят. Бежат. На самом верху, блядь. Их трое, походу. Их было трое, одного, блядь, убили. Хуёво мы здесь, двое, блядь, там в одном кусу. Это был какой-то лоскер. Не знаю. Ты чё его... Может, не русские. Локер, может, эти, блядь. Локер.
Лоско. Короче, они что, не в зоне видимости, чтобы вы их стреляли? Я не вижу. Ну, я в кусту стою, я не могу стрелять. А вы что, играете с этого? С, от третьего лица, что ли? Я от третьего лица. Я первого, нахуй. Парни. Сидите, сидите, не переживайте. Ну, сидите, нам 9 минут осталось. Ничего, ну, на последних минутах будем что-то делать. На последних минутах, ничего страшного. Если видите, сразу в голову, там, не знаю. Если есть шанс попасть. У меня с этим говном патронов не осталось. У меня только дробовик. А вот тебе говорили, что надо по одиночке стрелять, как минимум. Я ее по 2-3 патрона стрелял. Ну, вал тема вообще. Тихо. Говно. Говно темовское. Блять, у меня перчатки. Я не... Блин, с дигл, конечно, отдача вообще шандарахает, блин. Я тоже на дальнее расстояние пытался им стрелять. Вон, они вдвоем уже сидят. Так, один. А у тебя что за оружие? Меня? Да. МП-5, блин. Ну ты их видишь и не... Ты можешь? Блядь, можешь, блядь, нацелиться в голову, блядь, просадить нахуй, да ты и все. Ты говоришь, что их видишь? Они далеко от меня. Блядь. Насколько далеко, блядь? 100 000 метров. Метров, наверное, 70-100 где-то. Может, мы успеем назад убежать, типа, смотри, за наш этот... Они, да. Они контролят ваш выход. Ну, начнут стрелять. Вы надо что-то... Тихо. Блядь, показалось. Чтоб кто-то байтанул, блядь, а мы выбежали. Время 7 минут. Так дело в том, что вы должны как-то их отвлечь, да, как минимум. Хотя бы. 60% осталось. Хорошо, второй. Давайте 2 минуты я будут, я начну минуток, по, да, ним, по ним стрелять. Да. Они отвлекутся. Только так стреляют, чтобы быть скрытым. А вы должны им помогать, а не так, чтобы один только разыграл. Да, я уже... Стреляете. Я раненый, я даже примотаться не могу. Почему? Ну, ладно. Почему, блядь? Ты без бинтов пошел? Да нет, я сейчас могу, ну, конечно, если меня заметят. Ну, Сань, скинь рюкзак с желтой отверткой и поставь там эту какую-нибудь. Так, ну, вижу, раз, два... Ну, ты понял. Три, короче, двое перед входом в этот, короче, киллбо... Как это, блядь, аэродроп. Не. А третий ползет в сторону Артема, где он умер. А, да, Артема лутать будут. Артем, ты далеко, Санта? Тихо. Да, я возле нашего дома только бежу. Я говорю, у меня на самый верх утонуло, блядь. Так, шесть минут. Да-да, он ползет к Артему. Так, может быть, ты его, это... Он далеко, далеко. Вот смотри, ты видишь меня, да? Я вижу тебя. А с андроида? Я. А, с андроида. С андроида вижу. Да. Вот он где с андроида, вот там будет. Ну, короче, где Артём умер? Остальные где? Остальные перед входом, вот, двое, короче, да? Кусты где, двое. Ну, какие буквы говорят? СЕ, да, СЕ. Где-то как раз в нас, блядь. Да, вы выходите прямо на них практически. Так вот вам надо их как-то... Но они смотрят в нашу сторону. Вам надо с ними зафайтиться, чтобы мы смогли обернуться и убежать в лес. Да. Хорошо. Вам по-любому надо с ними зафайтиться, чтобы они не обращали внимания на вход на наш. Ну, только скажешь, когда там минутка останется. Так, подожди. Минуты будет достаточно. Их четверо. Блядь. Раз, два. Прибежал еще один. Три. И четвертый к Артему лезет. Ты сказал один к Артему и два в кустах, разве нет? Ну, двое перед вами, вот я третьего нарисовал, он сидит в кусте. И четвертый вот лезет к Артему. Да. Перевязался ты, Сань? Да. Да чё у него дробаш, он ничего не это... Блять, говорит, РПК, блять, РПК возьму, блять. Тихо. Короче, четвертый около Артема уже. Все. Так. Нам главное убежать здесь, чем назад, и все, похуй вообще. И, Сань, ты главное желтую сохрани с улучшенными отмечками. Сука, была б Мосинка, блядь. Что сохранить? Да, с андроид там, у него желтая отвертка и улучшенные отмычки. А я одного, походу, хлопнул. Так ты же говорил, что ты хлопнул. Так, получается, мои действия. Сейчас еще одного, походу, хлопнул с арбалета. Давай. Давай. У меня стрел больше нет, я с этого взял. Арбалет и один болт был. А как ты понял-то? Тебе очки дали? А мне очки прибавились. У меня было 605, и осталось 607. Бля, у меня палец затек уже. Может, их осталось всего трое, получается? Блин, я что, только пистолет беру?
Ты бери. Блядь, ёпты, возьми себе винтовку, ёпты, нормальную, блядь. Иди ты, застрели их всех, нахуй, ёпты. И бинты возьми на всех случаях. Да как хули там это, сейчас пока прибежит, это уже время. Да время прибегу, у нас 4 минуты. Вы, чего, давайте тогда агры на себя, что ли, или что? Да нет, ты что, они... Давайте как-то соберемся, скооперируемся. Как, давайте там... Вы остались с Саньком, вам надо их как-то на себя выманить. Ну, либо их просто начать стрелять, чтобы они начали из кустов выбегать. Вот в этот момент они на вас начнут агриться, и мы выйдем. Так, ну, вы нам команду дадите, выходите. Мы убегаем, назад даем за эту хрень и в лес, откуда пришли, короче. Угу. Мы откроем и бежим через лево тысяч, потому что через право, наверное... Через лево я знаю, что через лево. Блять, он сайт захотел, сука. Либо один... Сука. Если, короче, стрелять начнут, выбегаем. У меня свет шумовая, в их сторону могу кинуть. Вот это тоже как бы. Так надо, короче, давай, он кидает светошумовую, и на этот взрыв, короче, начинаем действовать. Сань, ты хоть знаешь, куда кидать-то, видишь? Она бесполезна. Ну чё? Она не бесполезна, а свет. Давай, давай, стой у двери, открывай. Вы готовы? Мы готовы. Тихо. Ты налево, я направо выбегаю, наверное. Или вместе налево. Давайте светошумовую. Готов? Скажите команду, я открываю. На звук светошумовой начинаем действовать. Как? Ну что, кидаю в них? В эту сторону? Давай. Ты знаешь, давай. Я хоть подберу тебя поближе. Да. Убегаем. По мне палят. Танцуй. Сань, кусты. Я в кустах. Не кидай, делаю. Сань, ты нормальный? Я нормальный. Убегайте, убегайте. Убегайте, убегайте. Убегаем, просто нахер убегаем. Я к андроиду. Розе, убегай тоже, чё ты? Да я вышел, подошли быстрей. Мы нормальные, я уже далеко. Я то похуй, ебать. А, мне надо передохнуть, блять. Уходим, уходим. Не-не-не, кто-нибудь меня страхуйте с лесу там, не знаю. По мне стреляют, сука. Стреляет. По мне стреляют. Они стреляют, сука. С эски, с СЕ. Уходим, уходим. К мосту бежим все. Нормально сработали, красавчики. Ебать, да давайте сначала дойдем до дома, короче. Потом мы вернемся, будем нахуй. Красавчиками. Мы сейчас вернемся, я говорю. Значит, так все выложим, на. Пал говно. Как ты говоришь, ник был? Я тебе сейчас могу сказать. Я отдохну, пацаны, я не могу. Не могу. Так, отдыхаем. Тысяч. Лоскер. Лоскер. Разы, прикрывай нас. Локер, локер. Бля, у меня пистолет остался. Ну, S, X, S, Лоскер. Тихо, нигер. ЛОСК. Тихо. Тихо, тихо, Ан, давайте прислушаемся. Да. Ребят, да, это двое перебегает, один в спину смотрит. Пойдем, кто отдохнул, я побежал. Идете? Погнали, побежали, погнали. Ладно, побежали, побежали. Пойдем еще передохнуть успеем. Главное, это. Рюкзак оставил. А, то есть голый рюкзак получается? Да, пустой. А, они прям... знают, что мы к мосту побежали. Естественно, знают, поэтому я говорю, прикрывать тот дом. Я до моста добегаю. Так давайте я мясом останусь. Не, не надо. Прикрывает кто-то. Если только ты все скинешь. Я отдыхаю. Да что мне скидывать, ебать, МП5 и Глок, ебать, что мне тут хуйня одна. Блин, а что-то вы реально набрали такого оружия. Ну я вообще, ну думал, на другое, конечно, дело идем. Но... Вот мы и шли на другое дело. Вот я вас вижу. А кто знал, что, блядь, 4 человека, так же, как и мы, да. В нашем квадрате, блядь. Блядь, как узнать, где они живут, блядь, взломаем нахуй. Я сейчас посмотрю, может быть, это среди тех, которых я тебе скидывал. Я вот на том так, конце. Так, я отдыхаю, пацаны. Давайте, я останусь тогда. Вы идите, я останусь. Разе, ближе к нам, Разе, ближе к нам, ты далеко. Да идите, идите. Я не тут... надо, я успеешь. К тому же я кого-то чпокну еще тут. Что вы меня похоронили? Мы лучше сейчас вместе все вернемся. Беги, беги. Ты чё, сволочь? Люди тоже играют. Да. Ну я ж в хорошем смысле. В игровом, так сказать. Игровые сволочи. Личного, так ого, сказать. Он на лапы встал.
Блять, Мишка, ты иди нахуй. Он побежал на это. А я его вижу, блять, он у Сани. Я его вижу тоже. Стрельнуть по нему? Блять, да не, надо как-то, чтобы он это... Давай, у меня глушак на мощенке, может, не слышно будет. Да, слышно. Ему в чем сейчас пропишу черный пулей. Не надо. О, он убежал. Он убежал в другую сторону. Он недалеко убежал. Я надеюсь, он не в мою сторону побежал. Не-не-не, к воде. Слушайте, не, может, давайте, давайте чекнем поле через... Да-да-да, через реку, через реку. Куда разы побежал, да, по левой. Я уже дропов хватил, в 4. Тёма, напишу я. Без. Кто-нибудь один, ну? Потому что клэн с тебя сняли. Да-да, Тёмыч. Тихо-тихо. Кто-то пишет ему сектор. Тихо-тихо, кто-то ходит. Подождите. Или это да, вы шуршали? Да, я мне... в кустах был, да. А, ты кусты, да, трогал? Ну, я потрогал кустики. Потрогал. Травка письку щепеть. И чё он ответил? Привет, Роза. Бать, вы там не стреляли. Стреляли. Так, а вы, они ж первые. А кто первый начал стрелять? Спроси, это вы были? Это ты был, спроси. Я первый начал стрелять из этого извала, по ходу дела. Ты напиши, что дроп был все равно нулевой, нихера не было. Это вы были. Такой логичный вопрос, да? Давайте дружить. Ты ему скажи, в смысле настреляли? Ну, блядь, я там обойму МП-5. Высадил две обоймы, с этого глохо высадил. Две пачки пива, да, блядь, и ремка одна, нахуй, скажи, все. И там, не знаю, гвозди еще были. Гвозди, ремка, скажи, нахуй, и все. Ну, да. Штаны рваные, нахуй. Варбес. Ну да, блядь. Спроси его, сколько у вас откисло? Ради прикола. Если не секрет, ну. Наверное, все твои, которых ты убил. Вал говно. Ну, да. Ничего себе, двоих ёбнул, блин. Один от кровотечения умер. Да. Вал говно, говорит. Кислый, если не секрет. Я думаю, они ушли. Да, по-любому. Да, может, они там ждут. Жалко, снайпа не качается. К шуму возвращаемся, когда в принципе все смотришь. Не надо нахуй писать, мы нежданчиком. Нежданчиком. Да, вы реке ушли. По реке ушли. Ты что, на плоту? Из тактически. Да это не все какое-то. Да, мы на плоту спустились по реке. Скажи, у нас там плот был, блядь. Мы уплыли нахуй. Z1, Z0, нахуй, уплыли по реке. Да, наш плот был. Если троллить, то полностью, блядь. Ну. По полной просто. Так, смотрите аккуратнее у моста тут, блядь. Все поверит, блядь. А на тачке вроде. А ваш один, как я понял. Да, у нас они... Да. Вот как раз ты умер, ну с кем? Значит, я все-таки двоих хлопнул. Ага. Красавчик. Спроси, а с МП-5 попало по кому-то или нет? Да ну, блядь, сейчас за что ты будешь спрашивать, блядь. Куда попало? Да, блядь, яйца отстрелил. Да ну интересно, просто расстояние такое далекое было. Мы все у моста сидим, да? Нет. Да. Я да. Да. Ну вы как-то там хоть разбрелись бы. Давайте я пройду первый. А кто бежит? Так, о, разы бежит. Я это... Мясо. Пираты. Блядь, так он! Блядь, вы пираты пишут, слышишь? А ты думал, я... Хантер пытался с вами бодаться. Блядь, что-то знакомый ник у них. Хантер мне как раз и просадил немножко, скотина. Хей, Декс. Тут ты побежишь? Да. Вы через мост хотите? Я уже пробежал. А ты хочешь мимо моста и пойти? Вы хотели по этой стороне вроде пройти. Ну, к полю подойдем. Мы начали перебегать-то изначально. Но мы с Саньком будем к полю подходить. Ну, я тоже тогда туда. Я в кустах? Чё они там пишут? Пираты. Да тот прыг, да. Что мы пираты, бля.
А ты думал, сказку как? Ну ничего, прикольно было. Да, да. Экшончика немножко. Скажи, блядь, мы там обосрались нахуй. Все, блядь. Прямо, блядь. Сидели, блядь, в этом, в дропе, нахуй. Мы слаженно сработали. А их ослепило? Вот спроси, их ослепило для интереса? Вот. О, да, да, кстати. На таком расстоянии ослепила граната? Навряд ли. Слепануло хоть как-то там? Ну как же, мы же смогли убежать. Хоть одного, может. Ну, может, они стрелки такие, может, разнесет хрон. Я себе гранату не взял. Не. Говорю же. Ну, все равно, отвлекающий. Ну ладно, хоть отвлекло, хоть там бабахнуло, да. Все равно отвлеклись. Ну да. Да, там бабахнуло-то, блядь, смехотворно. Я присел. Я присел, нет. Смехотворно. Ну, хоть отвлекла. Ну, отвлекла, раз мы выбежали, правильно? Ну да. Все равно там, если у тебя что-то бабахает... Я хоть кого-то ранил из дропа? А, нет. Нет, напиши нет, вообще. Облом. Напиши, а вас ранило? С чего стрелял-то? Ну ладно, неважно. В дропов. Нормально. А что это летит? Дельтаплан? Дельтаплан? Уже? Э, подожди, куда вы убежали? Я там переписываюсь, блядь. Красавцы просто. Куда бегу, по какую букву? Быстрее. Мы на этой стороне реки. Ты сразу ориентируйся, ну. Блин, ну он быстро исчезает, его все вижу, да. Подожди, вы опять на дроп идете, что? Ну, Димона, ты от первого бегаешь? Да, всегда. А, посмотреть, может, там мое тело осталось. Что-то, ну, на самом деле, я услышал взрыв светошумовой и на дроп среагировал. Дроп уже грохнулся, что там ловить-то здесь? Так, надо города, самую вот мелкую. Во, планка, вот. Вот ее. У тебя есть топор? Тебе, нет, да? Дай мне топор. Сейчас дам. Тебе маленький или большой? Большой, большой, конечно. Подожди, только не там, где у них может быть где-то вот. Вот маленький вот это, здесь. Большой тебе. Ты там, а, да. С горы-то какая лучше? Сейчас будет. Как пройти-то? Давай, где поменьше кусочек. Да, так... Вот этот, где Розе стоял. Вот здесь. Да не-не-не-не-не-не. Я смотрю не потому, вот. Ну тут застройка. Вот, вот здесь, вот здесь вот, 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 вот этот, вот. Разводник, им тоже можно ебашить. Да, ну тогда сейчас два прищита. Нормально. О, нормально. Да, захожу. Ну, тогда... Тихо. Подожди. До конца нет? До конца мы сломали. Да. То есть все, да, мы идем? Да. Тихо, подожди. Тихо. Считай 2.5 топора где-то. Там... Чтобы не взорвало. Так, там... ящики стоят, флаг стоит. Ну, ящики и... есть? Да. Да, 3-4 ящика, ёпта. Тихо, очень... только, блядь. Тихо, бля, аккуратней. Стою. Да, я тоже иду. О, все, ящики. О, есть так. Что-то интересное? О, блядь, дохуя чего. И электроремки, и, блядь, все. Короче, надо за машиной кому-то ебашить. Оп, бля, давайте я умру тогда. Взрывайте бошку. Взрывай бошку, едь на машине, блядь. Электроремки, блядь, все есть. У меня 316. Я дрова выложу. Себе не утащим? Так, я взрываю, да, все? Подожди. Давай сейчас карманы распихаем. Подожди, как-то. Да какой нахуй тут, блядь, идти сам? Нет, ёпки. Тут не влезет. А что я сейчас? Удочка зеленая. Металл. Да, металл лучше не надо. А может, что-то в этих лежит, подожди. Металл не надо выкидывать. И в сумках лежит тоже, вот, отвертка есть. Вот эти... К ним пришел. Тут рюкзак большой есть, красный. Смотрите, и в рюкзаках тоже у них лежит лут, вот, там... Ну и. Да, блядь, не вытаскивайте, надо забрать эти сундуки, да и все. Да. Ну дома. Да, же... да. Ну че, я умираю? Где вход? Ты тейкниче. Блядь, где вход? Да не так уж здесь и это, ребят. Тут все с собой унесем. У меня дырки нет, откройте ворота. На рейд одной секции маленькой было потрачено всего 2 топора и 10 минут времени. Это я так просто говорю. Бывает
просто сам не знал даже. Чей рюкзак? Ну, в итоге мы раскидали все то гамнецо по сумкам, взяли в руки их и пошли домой. Так и закончился мой самый, наверное, охуенный день в этой игре. Столько экшона никогда просто не было. Просто иногда бегаешь часами, просто никого не встречаешь, а тут, блядь, на ровном месте просто раз, и все просто, ну, такое. Но эмоций куча, сердце колотилось очень сильно. Там, блядь, ничего такого серьезного не было. Ладно, всем спасибо, всем пока.